Итак, господа, вы видите, это гладильная доска, а значит аналитическая система ВАНАМАС начинает работу, значит вот что у нас сегодня тут. Вот, смотрите с разных сторон, да? Это первый корпус мой с кабл-менеджментом, да? То есть смотрите, какая хрень происходит. Вот внутри, вот тут типа стекло такое пластиковое, да, затемненное. Я отмою, я кошки там бегали, да, вот тут. Это стекло, да, вот. Сзади сетка, оно прозрачное в одну сторону, в другую сторону коричневое. Но оно такое коричневатое, да, темное. И в результате и тут стекло на крышке. Тут крышка будет ставиться вот здесь, и вот такое тут стекло большое. Вот. Точно такое же, затемненное. И вот, смотрите, видите, как сделано? Короче, все, все кабеля вот так вот обходят и засунуты там в дырки, да, вот как тут. Вон провод питания туда обходит и засунут в дырки, да? Вот, видите тут? Вот туда уходит и там проходит. А корпус такой. Вот видите, это правда халтура, потому что надо было вон там провести, но я что-то лоханулся, поэтому пришлось вот так сделать. Ничего страшного. В целом нормально. Вот. Значит, что еще из фич? Вот. Вот, все эти провода прячутся под вот этой крышкой, да? Вот крышка такая, она объемная достаточно. Вот. У нее такая выпуклость есть, такая, достаточно большая. И она чуть прижмется, и как раз вот это все туда влезет. Под эту крышку, да? Вот. Да, тут продуманное охлаждение, у кого горячие процессоры. Вот, тут, видите, да, вот. Отверстие такое есть, и тут все равно тепло, отвод тепла будет чуть-чуть. Вот, и все вот эти... кулеры, да, они включаются вот тут сзади как раз. То есть эти провода, они не висят. Вот, кстати, SSD накручиваются с задней стороны. Вот, с задней стороны накручиваются и тут же пристегиваются, да, вот сюда. Провод только к материнке уходит, а провода от блока питания всегда с этой стороны. Это шиканные морганы. Вот, я такого даже не ожидал. Короче, от этого корпуса. Из недостатков тут только один USB 3.0. Обычно две делают, да, а тут три, две делают, а тут одна. И вот тут вот HD-аудио, я думаю, что такое за HD-аудио? А я объясняю, что это такое. Это, короче, там открываешь наклейку, да, она оторвалась, была не наклеена, неудачно. И там под ней просто разъем под SD-карту. Но тут SD-карт ридера нету, и поэтому тут ничего такого нету, видите, там что. Все там видно будет в корпусе, что там происходит. Я покажу еще потом, как запущу. Вот, вот это главная фича. Наверху тут еще крышка, вот такая магнитная штуковина. Нацепляется поверх этого всего. И вот этот кулер я от жадности просто взял. Знаете почему? Кошка тут сидит. А тут ей как жопу как поднадует этой кошке. Она не будет тут сидеть на вот этих на кнопках, на драгоценных моих, на USB вот этих портах будет обходить. Когда ей жопу вот так поддует чуть-чуть основательно. Вот, и кулера с подсветочкой, да, два взял, куда больше, да, потому что и так все, видите, стильненько как-то, круто, да, куда больше-то, вот, не знаю, 20 ватт это все, видеокарта 20 ватт, не знаю, как она будет тут охлаждаться, она как бы над блоком питания, но тут такой воздух попрет, я чувствую, что она обязательно охладится. Вот, все кулера с синей подсветкой, кроме процессорного. Вон, пыжилого даже SSD не видно. Там написано, что там SSD есть. Но какие и что, вот нету. Просто SSD и там провод свисает. Да, пипад? Пипад, да. Вот. Very good. Короче, да, это проверяю, что там. Все ли вставлено, поскольку это крутил, крутил долго. О, пипаде нравится. Вот, и запуская, будем смотреть. Будем посмотреть, как это все будет работать. Иди отсюда нахрен только. Кошка. Вот. И будем посмотреть, как это все будет работать. Every good. Оттуда и запущусь, короче, как это сделаю все. Вот, увидим. Да, конечно. Потрачено целых 2 часа на это все пересобирание. Ну, может, меньше, чем 2 часа, но где-то так. Где-то 2 часа потрачено на пересобирание всякой хрени. Вот, зато все вот культурненько так будет. Наверное. Не знаю, посмотрю. Короче, сейчас включусь вот так. Сейчас хопа, склейка будет. Вот так.
Короче, вот она, компьютера великая в сборке. Вот, то есть, час ночи, 15 минут. Ну шо, врубаем, Аншабдуль. Ух ты, чё делается-то, а? Ну-ка, сейчас загрузится. Ну, работает, вообще офигеть. Работает. Ну-ка, чё там внутри? Вот, короче, такая сетка наверху лежит. Она на магните. Короче, вот так вот магнит, по краю идет сетка, а по краю у нее идет магнит. Вон, и там внутри всякая хрень, да, дует, как черт знает что. Вот. Закроем сетку. Вот. Сбоку поглядим. Во. Вот это стекло, оно яркость не пропускает, и благодаря этому нормально смотрится, да, как какой-то аквариум, как будто бы это самое, Биошок первый. Прям только не зеленый, а синий такой. Вот, а тут еще темнее стекло. Еще более удобно, да, там вообще нихера не видно, только монитор отсвечивает почти. Тут-то ладно, тут тонкое, а тут вообще темное, пиздец, короче. А 12 вот эти кулеры, 12-миллиметровки, они вообще дуют жутко. И шумят, кстати, тоже жутковато немножко, но ничего страшного. Вот этот как-то вибрирует почему-то. Бракованный, зараза. Вот эта зараза, тварь поганая, бракованная, сволочь. Продали бракованный кулер. Поэтому он дребезжит. Тот-то тихий, а вот этот тут какой-то зараза бракованный, сволочь. Ну, как всегда, конечно, чуть-чуть бывают легкие недостатки. Но в целом, вот, за 1400 такой ля корпусяра за 1400. Это вообще супер. Ну и на кулера, конечно, пришлось расстраиться чуть-чуть. Но это ничего страшного, вот. Главное, корпусяра. Вот, не насосал, короче, подарили, да? Скинулись поровну, да? Ну ладно, не насосал, подарили. Акция такая в магазине была. Не насосал, подарили. Ой. Вот это да. Какая фонизация, какое чего. Корпус купил, доволен, как слон. Это вам не гарик. Ладно, а good nice там. Я буду охреневать. Не знаю, буду кулер менять, который дребезжит, или он прекратит дребезжать. Посмотрю, короче. А пока выключаю, господа. Тушите свет.